Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня вы увидите очень странные вещи и очень странные оптические иллюзии, которые вы никогда в жизни в Майнкрафте до этого момента не видели. Поверьте уж мне, ребята, да, и это небольшое такое прохождение карты, давно этого не было, поэтому, ребята, если вы хотите больше обзоров прохождений карт, то ставьте огромный палец вверх, ребята, чем больше лайков наберем, тем быстрее будет новая серия с прохождением карты. Также напишите в комментарии, понравилось ли вам это видео или нет. И кстати, если мы наберем много лайков, то я в описании оставлю ссылочку на вот эту карту, и вы сами сможете посмотреть, что же тут за чудо-юдо творится. Если вы не поняли, ребята, то давайте мы сразу приступим, нажмем на первый уровень и посмотрим, что у нас тут будет происходить. В общем, ребята, как вы знаете, в мире существует много всяких оптических иллюзий. Мы видели много в интернете, в новостной ленте ВКонтакте, когда там всякое постят. Но, ребята, сегодня мы это увидим в Майнкрафте. И давайте посмотрим, что же тут у нас не так в этом, в этой картинке, в этой оптической иллюзии. Ну, допустим, в обычном Майнкрафте вы такое точно не сможете увидеть, как у нас... Так, сейчас, я чуть не могу понять. Как у нас все блоки, все вот эти шары соединяются в единый шар по центру, и как будто они не со стороны, как будто... Так, подождите. Ребята, если вы поймете, в чем фишка вот этой оптической иллюзии, то напишите в комментарии. Не могу понять, что тут такое, алло! Так, выпустите меня отсюда! Так, я хочу просто посмотреть... Ай, где я? Вот. Ага, ребята, то есть смотрите, мы раскрыли фишку вот этой оптической иллюзии. То есть вот эти все шары, они просто построены в ряд. Но если мы заберемся туда, где мы были, вот сюда, то кажется, как будто вот этот один шар по центру, да, выходит в другие шары, которые также стоят под... Короче, это что-то сложно, ребят. Я даже не хочу в это углубляться, это очень как-то сложно для моих мозгов. Поэтому, ребята, давайте мы пойдем, короче, в другое место, на другую оптическую иллюзию и посмотрим, что у нас тут такое. Так. Дайте мне минутку, ребята. Что у нас тут такое? Тут, мне кажется, у нас бесконечные какие-то... Бесконечные... Тут у нас, как я понял, бесконечная лестница. Смотрите, ребята, мы появились вот тут, да? Потом мы спускаемся вот сюда. Потом мы еще раз спускаемся вот сюда. Еще раз спускаемся вот сюда. И опять спускаемся вот сюда. Так! Чё-то я нифига не понял, как мы спускаемся, потом опять и по кругу просто. Вот это просто охренеть, ребята. Так, а давайте посмотрим, как оно на самом деле. Ага, вот, то есть смотрите, как оно построено. То есть вот вся оптическая иллюзия. То есть как-то странным каким-то способом она построена, но если мы смотрим на нее с нужного нам ракурса, то кажется, как будто это просто бесконечная лестница. Вот я не знаю, где лучше встать. Вот так. Бесконечная лестница. Ну, прикольно, очень прикольно. Я хочу посмотреть, что там будет дальше. На третьем уровне. Давайте посмотрим, что у нас будет вот тут. Алло, прогружайся! Давай. Так, и что у нас вот тут, ребята? Давайте я увеличу. Что у нас вот тут? Ну тут, ребята, мы видим то, что вот эти столбики вот этого квадрата проходят друг через друга, потом наверх через друга, через середину через друга. И что-то тут творится непонятное, ребята. Честное слово. Вот, смотрите. То есть, вот тут проходит, да? И вот тут проходит. Но на самом деле, давайте мы посмотрим, как выглядит эта оптическая иллюзия. То есть, вы видите то, что тут просто у нас сделаны дырочки. Вот тут, и вот тут, и вот тут, и вот тут. Которые просто каким-то чудесным образом нам взрывают немного мозги. И мы не понимаем, как эта вся хрень работает. Дайте мне встать на место, где я был. Нет, вот я тут был. Я вот тут был. Да, ёханый бабай! Вот, и что тут творится, ребята? Очень непонятно. Но мне эта оптическая иллюзия не нравится. Мне нравятся больше другие. Давайте мы пойдем на четвертый уровень и посмотрим, что у нас тут такое. Так. Вот тут что-то у нас уже интересное. Так, подождите. То есть, вот, да?
вот этот квадрат, можно так сказать. Квадрат, да? И потом у него тут есть вот эта палочка, которая проходит посередине, точнее, по центру этого квадрата. И потом с другой стороны есть еще одна палочка, которая проходит по центру, но только под, вот, под этой палочкой. Йохан Бабай, что это такое вообще? Не могу понять, ребята. Офигеть просто, то есть это проходит под вот этой палочкой. Я хочу выпустить, я хочу посмотреть, что там на самом деле, что там на самом деле. А я не могу посмотреть, я не могу вылететь отсюда. А! Так, что там на самом деле? Мне кажется, там просто опять нету, да, тут опять нету, тут опять просто небольшое место выделено для того, чтобы вот с этого расстояния, с какого, да, вот с этого расстояния казалось то, что это просто палочка проходит под этой палочкой. Ну, ладно, 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 там у нас есть еще оптические иллюзии, и я хочу просто еще немного поудивляться, потому что это прикольная штука, чем дальше, тем оно прикольнее выглядит. Так, вот это похоже на предыдущую оптическую иллюзию, но тут у нас больше квадратиков вот этих, которые... Вот смотрите, ребята, вот начинается... Давайте мы посмотрим вот так. Вот начинается вот тут, да. Идет вот сюда, 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 сюда. Потом сверху того, где оно начинается, идет сюда, снизу последнего квадратика. Поднимается наверх. Вот видите, вот тут оно поднимается наверх, проходит сверху и опять снизу. Офигеть, я просто уверен, что в этой оптической иллюзии тоже вот тут нету места. Вот тут у нас, можно сказать, ямочка построена в самой постройке, да? И вот тут тоже. Поэтому оно так кажется, что оно проходит под и над друг другом. Это прикольно, это прикольно. Ладно, 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 давайте побежали дальше, побежали дальше. Да, шестую оптическую иллюзию у нас тут еще много их есть, много. Шестая. 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 А, вот, куда я падаю, я уже думаю, что за хрень, что за хрень. Так, что это за странная фигня там рендерится? Вот смотри, давайте я увеличу, вот так. И что там у нас такое? Ага, то есть смотрите, в чем фишка? Наверное, кажется то, что вот вода начинается вот тут, да, вот тут начинается, и потом течет вверх, 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 вверх. И сюда. И потом она опять выливается вот сюда и течет опять наверх, 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 наверх. То есть, можно сказать, опять такая бесконечная река, которая... Так, это странно, странно. А, не падать, не падать. Я хочу посмотреть ближе, что там у нас такое. Ага. Ну, то есть, понятно то, что тут есть какие-то секретики в каждой постройке. И почему они вот так выглядят. Ну, это прикольно, ребята. Бесконечную реку вы не встретите каждый день в Майнкрафте, а вот только вот на таких картах, ребята. Да, это очень странно, это очень странно. Поэтому давайте мы пойдем на седьмой уровень. Да, седьмой же? Седьмой же? Или не седьмой же? Да, седьмой. Так, что у нас тут такого странного? Ага! То есть, смотрите, в чем фишка, ребята. Смотрите, в чем фишка. То есть, обычная лестница, да? Вот, допустим, идете вы обычно по лестнице, да? Вот поднимаетесь, вот одна ступенька, вторая, третья, вот-вот, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, и вы наверху. Или вы спускаетесь. Вот сюда, 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 сюда. Вот только объясните мне, как нахрен вот эти зеленые ступеньки могут входить внутрь вот этих красных ступенек. Вот посмотрите, вот тут просто нету места. Вот тут просто нету места. Вот смотрите, вы поднимаетесь, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот тут нету никакого места. Вот тут тоже нету никакого места. И вот тут тоже. Как вот эти зеленые ступеньки могут входить внутрь? Вот смотрите, входят внутрь вот этих красных ступенек. Вот это какая-то магия. Вот это прям магия вне Хогвартса. Так, мне даже интересно посмотреть. А, ну, тут, в принципе, все очень даже просто. Да, тут все очень даже просто. Но с нужного ракурса вам будет казаться то, что там просто нету какого-то промежутка между ступеньками. Так оно есть. Давайте мы еще раз посмотрим. Вот нету. Вот, вот давайте восстанем вот так. Вот, нету никакого промежутка. Нету никакого промежутка между ступенек. Вот, нету. 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 Но зато вот эти зеленые ступеньки как-то входят внутрь вот этих красных. Это что-то очень странное, я вам скажу. И последний восьмой уровень, как я знаю, как я смотрел обзор этой карты, тут у нас будет динозаврик. Динозаврик. Все мы, я просто могу сказать, 1000000000% все мы видели вот этого динозавра где-то в реальной жизни, да? Почему? Почему? Потому что
чем фишка вот этого динозавра, то что он всегда будет смотреть на нас. То есть это обычная постройка в Майнкрафте, которая просто прямо построена. Ну, обычная постройка, но. Если мы поедем, вот смотрите на этот динозавра, да, он смотрит на нас. Смотрит. И... Посмотрите на его голову, он как будто разворачивается. Смотрит. Чувак! Не смотри на меня, мне противно! Смотрите. Опять разворачивается. Ах ты паскуда. Это ты виноват, что я умер. Вот смотри, даже до сих пор это смотрит. Демон! Ребята, это что-то странное. Где он? Ага, и где я в жопе появился? Опа! Давайте мы еще раз посмотрим, потому что вот этот демон, это что-то очень странное. Вот едем мы... Где он? Вот едем мы, допустим, да? Мы вот... Где? Да где он нахрен? Алло! Вот, посмотри, писаем мы, типа, писаем. Вот такой... Не смотри на меня! Как он вообще на нас смотрит? У меня вот такой вопрос. Смотри, у него голова просто разворачивается. Что за... Он реально демон какой-то. Мне просто интересно, как вот эта хрень даже построена. Он до сих пор на меня смотрит. Вот смотрите, я лечу сюда. Смотрите на его... Охренеть просто. Смотрите на его голову, ребята. У него как будто голова просто поворачивается. Чё это такое? А на самом деле, как он построен? А на самом деле он построен... Как это объяснить, снаружи изнутри или наружу изнутри? Чё-то вообще офигеть непонятные. Но это офигеть как круто, ребята, то, что у него голова поворачивается и смотрит прямо на нас. Вот даже вот сейчас. Вот сейчас смотрит. Так, подождите, я хочу еще раз пойти вот сюда. Вот. Смотрит, поворачивается. То есть, ребята, вот я закончу прямо на вот этом фоне вот этого динозавра или что это такое. И я очень сильно надеюсь, что вам понравилась вот эта карта. Если да, то ставьте огромные пальцы вверх, ребята, прямо сейчас. Ссылочку на скачивание этой карты я, конечно же, оставлю в описании. Заходите, скачивайте, вы сами можете посмотреть вот это своей версии Майнкрафта 1.8. И также удивить своих друзей. Поэтому, ребята, ставьте лайки, пишите комментарии. Большое спасибо вам за просмотр. Всем удачи и всем пока.